Здравия, дорогие друзья! С вами Ярослав Андреворонцов. Намасте. Академия семейных отношений Веда Дом и тренинг-центр Green Mind Life. Друзья, сегодня Новый год. Сегодня Новый год, Новый год, Новый год, 2019 год. И я хочу вас поздравить с этим прекрасным праздником. Я знаю, что вы уже услышали много поздравлений сегодня, и слава Богу, что у вас есть много поздравлений. Чем больше хороших поздравлений, тем лучше будет нам всем. Больше энергии, больше позитива. И я хочу внести свою лепту в этот процесс также. И в этот... Я сейчас постараюсь быстро сделать, коротко, но хочу объемное, хочу это от сердца сказать. Не сказать, не хочу вам говорить простые слова, которые обычно звучат. Я хочу с содержанием, с чувствами. И... Прежде всего, я хотел бы, чтобы вы позволили себе вспомнить все то, что было у вас в уходящем году. Все, что было у вас в уходящем году, и побыть в этом состоянии, поблагодарить Вселенную, поблагодарить себя, поблагодарить тех людей, которые помогали вам прожить эти моменты. И с этим состоянием осознанности, что вы прошли это время, чему вы научились, что нового произошло в вашей жизни. Прочувствовать это и прийти к такому заключению, что это было все хорошо. Вы учились, вы проходили новые испытания. И какие-то вы хорошо прошли, какие-то еще нужно дорабатывать. И самое главное, быть в состоянии благодарности. Вот это самое важное. Быть в состоянии благодарности за то, что у нас было, за то, что у нас есть сейчас, за то, что год прошлый вам дал и чего вам не дал. И вот чувство благодарности – это, наверное, самое важное. Благодарность, которая приходит с принятием. Когда мы принимаем, у нас затем возникает чувство благодарности. Это очень важное ощущение, очень важное состояние для нас лично, для нашего развития. Когда мы благодарим всех и вся, начиная с тех людей, которые с нами. Особенно наши близкие, родные, которые терпят нас во всех наших светлых и темных сторонах. И люди, которые нас не знают, случайные прохожие, и Вселенная, которая постоянно испытывает наши негативные эмоции, которые мы периодически посылаем. И вот поблагодарить за это все всех и вся, это будет самое-самое важное. Поблагодарить, принять, поблагодарить. А затем с мыслями о хорошем, о новом позволить себе помечтать вот в этот момент, помечтать, что бы вы хотели, чтобы у вас случилось в новом году. Что бы вы хотели, чтобы было у вас то, чего у вас еще не было, и что бы вы хотели, чтобы у вас не было того, что вам не нужно. И позвольте себе помечтать, представить, что это есть, почувствовать состояние, что вы уже в этом находитесь. И я сейчас вам предложу такую маленькую метафору, которая вот мне очень понравилась, и я ее использовал. Надеюсь, она вам тоже поможет вот немножко лучше провизуализировать и прочувствовать состояние, в котором вы хотите находиться и в котором вы были. Когда вы будете благодарить старый год о том, что вам дал, все, что было в этом старом году, представьте, что вы находитесь в таком большой круг. И вот все, что происходило с вами за этот уходящий год, оно все находится здесь. Вы видите все ситуации, все, что было, все люди, все уроки, ваши неудачи, победы, они вот все здесь.
И когда вот вы их все вспомнили, побудьте в этом состоянии, прочувствуйте, пропустите это заново, все. Можно вот от конца с этого дня и до 1 января прошлого этого года. Okay? И посмотрите на все это, прочувствуйте и поблагодарите. Поблагодарите искренне от всего сердца, когда вы понимаете, что все, что есть, это все от Бога, все, что от Бога, это во благо. Как я могу это не принимать? И вот это был первый шаг. Затем вы желаете себе, чтобы с вами произошло что-то хорошее, что вы хотите планировать, чтобы было в следующем году. И представьте себе такой, впереди вас такой другой, такой большой, огромный круг. Большой, огромный круг, он так на земле нарисован. И желая себе, каждый раз желая себе что-то, вы визуализируете, что это находится, вот оно прямо вот тут материализуется в этом кругу. Здесь, 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 здесь. Люди, обстоятельства, события, энергии, все материализуется. И вы представляете, что это там. И вот когда вы это представили себе, то, что вы пожелали себе вот в это иметь в новом году, возьмите и войдите, можно физически, если вы это делаете стоя, медитируете, или если вы сидите, тогда сделайте это в своем воображении, что вот вы делаете шаг вперед и входите в это новое состояние, вот в это новое пространство, которое вы для себя здесь вот наворожили, создали. Физически, наверное, будет легче, когда ты встаешь, ты из этого состояния круга, ты переходишь в круг вперед, делаешь шаг вперед, и таким образом ты переходишь в это новое состояние. И зайдя в этот новый круг, можно опустить руки вниз, вот так, закрыть глаза и сделать глубокий вдох на всю грудь, прочувствовать вот это состояние, вот все то, что ты здесь вот уже имеешь в этом кругу, оно уже есть. Но ведь в пространстве уже все есть. Нам нужно только его найти. И ты зашел в этот круг, и ты ощущаешь то, что здесь есть. Это события, эти люди, это дома, машины, вертолеты, замки и так далее. Прочувствуйте, пробудьте в этом состоянии прямо на вдохе, на вдохе. Я вдыхаю, наполняюсь и сделав за паузу в верхней точке, я наслаждаюсь, я пропускаю это все через все свои максимум, постарайтесь через все свои 7 чувств, которые вы можете увидеть, понять, осязать, ощущать, прочувствовать духовно, эмоционально. И вот когда вы наполняетесь на этом, вот максимально поделать так много раз. Можно руки поднимать, кстати, вверх, если кому-то комфортнее поднять руки вверх, если вы хотите обращаться к Вселенной, к Творцу, то лучше вот с руками поднятыми вверх вы вдыхаете это все, если ваши мысли более духовные, внизу когда материальные более мысли, да, вы вот чувствуете, а если более духовные мысли у вас в этом вашем новом кругу, тогда вы руки поднимаете вверх, и вот вы, обращаясь к Вселенной, вы вдыхаете это полной грудью, ощущаете, как это классно, как это здорово, и вы, радость какая, yes. И вот когда вы наполнились вот максимум вот это, прожили, прочувствовали, говорите, у меня это есть, я это имею, и я это имел всегда. То есть дать себе такую аффирмацию, сказать, что у меня это уже есть. Вы прочувствовали, и вот она, оно у меня есть. Благодарю, можно поблагодарить сильно. Благодарю за то, что я имею в новом году. Вот такая маленькая штучка, она мне очень понравилась, я делал это в прошлом году, и она мне очень понравилась, ощущения были очень прекрасные. Вот именно очень важно прочувствовать это состояние, вот это, что ты наполняешься, ты делаешь вдох, и ты наполняешься вот этим состоянием, просто обалденно. Это по технике. Ну, а теперь пришло время, наверное, мне нужно вам, хочется вам
пожелать конкретных, конкретно сделать вам конкретные пожелания. И надеюсь, эти пожелания вам будут также подсказкой, когда вы будете желать кого-то еще. Окей, ну что ж, давайте начнем. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех вас, моих студентов, моих учителей, моих друзей, моих родных и близких, и неродных, и не близких, кого я не знаю, Вселенную, Творцов, учителей, всех, кто был со мной в этом уходящем году, в этом прекрасном году, 2018, который дал столько много нового возможностей, нового опыта, новых экспериментов, новых результатов, новых возможностей. И это поток нескончаемый. И благодаря всех вас, я благодарю вас всех за то, что вы были в моей жизни, за то, что у нас была возможность общаться, обменяться энергиями, за то, что вы давали мне свое внимание, и я отдавал вам что-то назад. И мы взаимообменивались этими энергиями. Это самое важное. И также я хочу... Здорово. Я также хочу поблагодарить вас за тот опыт, который мы получили. Это новая возможность, чтобы что-то запланировать для себя новое, новые рубежи, новые высоты, которые ты еще не брал раньше. И все это, опять же, благодаря вам, благодаря тем опытам, который у нас происходил. И входя в год новый, я, друзья, желаю вам новых побед, новых целей, новых устремлений, чтобы вы достигали своих целей, при этом умели, конечно же, прекрасное здоровье, научились получать удовольствие от жизни в благости, чтобы вы достигали своих целей в благости, чтобы у вас была возможность построить свои семейные отношения, личностные отношения так, как вы хотите, чтобы это было вам полезно, чтобы вы смогли развить свою безусловную любовь, дарить людям радость, наполняться этой радостью и дарить ее безвозмездно, как можно больше, чем больше ты даришь, чем ты больше получаешь. Я желаю, чтобы вы могли реализовать себя во всех ваших проявлениях, ваших способностях, ваших скрытых талантах, чтобы вы нашли их, показали себе и другим и получали удовольствие от этого, от этих талантов. Я желаю вам, чтобы вот тот опыт, который вы накопили за всю свою жизнь, вот на этот момент, каждый из вас, делитесь этим опытом. Потому что когда мы делимся, мы получаем что-то больше назад, взаимообмен энергиями идет. И когда ты озвучил то, что ты уже знаешь, то, что у тебя сейчас здесь или здесь, ты становишься более осознанным, и тебе легче понять это. Я желаю, чтобы ваши знания, ваш опыт вы получали и передавали, делились тем, кому это нужно. Ну и, конечно же, обязательно, что все, что вы делаете, каждый день, каждую минуту, я желаю, чтобы это все было направлено на ваше духовное развитие, чтобы это все помогало вам стать ближе к духовному первоисточнику, чтобы вы чувствовали, как наполняется ваша душа вот чем-то таким большим, всеобъемлющим, огромным, бесконечным, добрым, чистым, теплым, красочным, ярким. Миллион слов можно сказать про это. И когда ваша душа наполнится этим состоянием, вы будете самым счастливым человечком. Это самое большое счастье. Я желаю, чтобы вы почувствовали удовольствие от того, что вы есть, от того, что вы живете в гармонии с окружающим миром, живете по совести и получаете удовольствие от окружающего мира, а мир получает удовольствие от вас. Это чего я вам и желаю, дорогие друзья. Любви вам, благости, духовности, безграничной, бесконечной. Да поможет вам Всевышний в ваших благостных делах. Да будет так. Аминь. Намасте. С Новым годом! Е-е-е-е! С Новым годом!
Намасте.